Jugoslavija i ovdje Tito, i to s nama večno živi. Jeste Tito samo jedan, ali Tito to smo svi mi. Всем привет! С вами Серый Волк, Ярославское стрелковое общество. Сегодня продолжим сравнивать отечественные патроны со сербским партизаном. Проверим стандартный Барнаул FMJ, проверим патроны улучшенной кучности, кентавр барнаульский, тульские юбилейные патроны, ну и как экзотику Барнаул в латунированной гильзе. Приступим. Как уже говорил, у нас будет сербский партизан, оболочка-полуоболочка Барнаул. Барнаул FMJ, улучшенной кучности, обычная латунированная гильза барнаульская, кентавр барнаульский, полуоболочка Тула и тот же Барнаул, и тульские юбилейные. Вначале традиционно попробуем, как летят на карабине новые патроны с 12-граммовой пулей и с дозвуковой навеской пороха. Патрон ВПЗ. Целюсь в верхний край мишени. Да. Надо целиться в верхнюю мишень, потому что пролетит, скорее всего, вниз. Выброса нет. Это, в принципе, ожидаемо. Нужен специальный ДТК. Здесь даже не пошевелилось ничего. Опять выброса нет. Интересно, какая начальная скорость у этих патронов на СКСе? Давайте-ка проверим. Меняем рей фрезера. Хочешь, нет, а будешь. На рубеже. Ой. Берем пару патронов. Тяжелой пулей. А, Серегин. У меня таких несколько было, ты порвали. Ну, долго чего. 3-5-1. Выброса нет. Совсем забыл. И второй выстрел. Не полезно тут. Вредно тут сюда, а тут раз вроде как выйдет, но вроде вредно. Даже не вижу, куда упало. 3-2-8, то есть стабильности никакой. Все, 317, 328. Нет, 351 было. А, 350. Угу. Ну а теперь посмотрим, как прилетели. Вот первый результат. Целился вот в эту мишень верхнюю. Три пули пришли чуть левее и ниже на, так, 15, 30, это 70 сантиметров примерно. Это БПЗ. ОС. 12 грамм. Результат такой же, как на короткой саге. Не лучше и не хуже. И вот как выглядит мишень, по которой будем проводить основной отстрел. Начнем с Барнаула. Пуля 8 грамм. FMJ. Левая верхняя мишень. По своей мишеньке. А, по бумаге? Да. Первый партизан, тоже 8 грамм. Кстати, заскакивает в магазин гораздо веселее. Правая верхняя мишень. Следующий Барнаул Кентавр.
Средняя левая мишень. Все? Дальше тульский юбилейный, это правая средняя мишень будет. Теперь на очереди Барнаул улучшенной кучности. Это будет нижняя левая мишень. И завершающая серия Барнаул в латунированной гильзе. Пуля стандартная 8 грамм. Нижняя, правая. Ну что ж, завершили с пулями FMJ, пойдем посмотрим. И вот результаты отстрела. Смотрим, Барнаул раскидала самым бессовестным образом по всей мишени. Эх, Барнаул, Барнаул. Да. Так, наши сербские братья. Ну, так. Если бы не четвертая пуля. Так, 8 сантиметров. Далее кентавр. Ну, в традициях наших патронов. Барнаул, он себе верен всегда. Раз, два, три, чего? Ну как скажем, полторы минуты и отрыв. В лист А4. Да. Дуло юбилейное. Симпатичнее, ну, разумеется, для этого патрона. Но ушло наверх. Улучшенная кучность. Ну, так скажем, все вокруг центра мишени. Но кучность не ахти, хотя и улучшенной кучности. Ну, по сравнению вот с этим патроном, разумеется, улучшенная кучность. Тула рулит. Так, ну и смотрим, тула юбилейные на СКС. Показали себя. Это БПЗ FMG латунированная. А, прошу прощения. И БПЗ FMG латунированная, на удивление, показала результат лучше, чем улучшенная кучность, чем кентавр. И на уровне юбилейных. Те же 3 минуты. Да. Ну, кстати, а стоит сколько? А стоит столько же, сколько улучшенная кучность. Нет, по сравнению с тулой. Вот это латунка. Где-то рубля на 1,5-2 дороже. Смотря где покупать. Итак, результат первого отстрела. Стандартный Барнаул, никак. Сербский партизан, как и все правые патроны, показал примерно 2,5 минуты. Приемлемую кучность. Барнаул в основном не порадовал. Теперь попробуем полуоболочку. Продолжаем с полуоболочечными пулями. Первые патроны БПЗ. Что-то не очень хорошо подаются. Верхняя мишень. Следующие патроны производства первый партизан. Пуля полуоболочка вот с таким закругленным носиком. Подались мягко, без проблем. Средняя мишень. А что тут? Тот у тебя вроде тот нормальный. Да, тот у меня нормальный. Он был почти не в центре. Все отлично сработало. А, в смысле, туда он? Да, он вот сюда. И завершает тульские патроны, также с полуоболочечной пулей. Нижняя мишень в левом ряду. Что-то вообще не могу. Отстрел закончен. Итак, полуоболочка и СКС. БПЗ. Так же, как и FMJ-ка. Не порадовало, но не огорчило, в принципе. 100 метров, кабан поражен. А больше как бы претендовать не стоит. Первый партизан пришел чуть выше и покучнее, но опять один отрыв. Понятно, это не статистика, но все же.
Тула. Тула в этот раз порадовала. Пришло традиционно чуть ниже, но почему-то увело вправо. В то время как FMJ-ки так сильно не уводило. Вот для сравнения FMJ. Так, поплыл чуть выше. Барнаул примерно по центру. Как охотничий патрон, ну, к ним претензий никаких. На 100 метров вполне нормально. Андрей, как тебе сегодняшняя тула? Тула рулит вообще очень хорошо. Ну, я бы на том месте вот остановился на ТПЗ, вот юбилейная и БПЗ вот тунированная. Для СКС-а да, а вот на САГе почему-то юбилейка не очень хорошо полетела. Вот и завершили сравнение сербских патронов с русскими патронами. Как уже отмечал в прошлом выпуске, кроме разницы в цене, особых преимуществ у этого патрона нет. Смотрим. Да, неплохо. Но наша тула или тот же БПЗ латунированно показывает не хуже результаты. По полуоболочке тула обошла сербские патроны. Но БПЗ оказался на последнем месте. Это для СКС-а. На САЙГе короткие немножко другие результаты. Вывода традиционно не делаем. Но не стоит переплачивать за патрон с более чем средними показателями. Но тем не менее, если у кого-то есть возможность покупать их не очень дорого, отговаривать не будем. На этом благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в наступающем году. Всем счастья в наступающем году. Пока.